Тетя. Ой, мой серенький. Ты что ж так задержался, Боря? Дежурил. Класс собирали. Девчонки полы мыли, а мы волк таскали. А ты один дежурил? Или с Костей? С Костей. Мам, а кто такой пан? Пан? Какой такой пан? Это такой, на опушке сидит, весь заросший, с копытами. А глаза светлые-светлые и добрые. А ты где ж такого видел? Ты где был? Врать научился. Ты же и в школе не был. Ты думаешь, я не знаю? Ведь я же все для тебя, Боря, все. Ведь у людей дети как дети, отличники. А ты? Ты что, бандитом хочешь стать? Каким бандитом? Ты знаешь, где я был? Знаешь, я на выставке был. Бандитом. На выставке? Я тут чуть с ума не сошла. А он вместо школы по выставкам болтался. Ну, подожди, я покажу тебе выставку. Ты что? Не трогай! Нет уж, довольно, хватит! Не получишь больше, все! Отдай, я их на выставку готовил, не имеешь права! Право? Вот тебе право. Вот тебе выставка.